Друзья, добрый вечер, это Зинаш, я уже дома. Остыла маленько. Сейчас загрузила то видео. Не знаю, может быть, нужно было, может и не нужно было его загружать. Но как сделала, так сделала. Вот. Сейчас вам хочу зачитать. Есть канал Зинаиды Копьёва, казачка. Она тоже за рулем ездит, снимает, дома кушать готовит, там с мужем что-то делает, по дому снимает. И вот ей позавчера написали такой комментарий этой блогерши. Ваш новый формат видео за рулем, что здесь интересного? Почему не показывать непосредственно вашу работу? Чем занимаетесь? Одно бла-бла-бла, это и есть ваша работа? Одна показуха и не более. Это ей написали. Она пишет. Елена Нелюбина, вы мне не интересны, а потому, что ни одного комментария нормального с предложением, а все критика и критика. То пишет, что я ненавижу русских, то я считаю слабоумными людей, то работу не показываю. У меня два канала. А вы заскочите иногда и не в теме. Так что заведите свой канал и хоть до трусов там раздевайтесь. А у меня очень занят день, и я где успеваю, там и стараюсь поговорить. Не глупите, а то и вас назову странненькой и недалекой. А тем, кто не верит, пусть зайдет к вам на страничку и почитает безграмотные комментарии. Пока. Вот такой комментарий она ответ дала этому одной женщине. Теперь вернемся к моим подписчикам. Двум подписчицам до сегодняшнего дня были. Друзья, я решила их пока не блокировать. Я Юль, по-моему, заблокировала вчера. Но вот эту розу я пока оставлю, потому что у нее проблески какие-то бывают, а иногда вот прямо заходы бывают. Роза Мунайт Бас. Роза, здравствуйте. И вторая вот это Айгуль Айгуль. Но Айгуль Айгуль это уже хронически больной человек. Вы помните же, она писала, что вот почему это там киргизское масло я хвалю, почему я на русском разговариваю, почему я там я якобы на Россию работаю, на российских зрителей, туда-сюда, в общем. Ну, галимая белиберда. Потом написала как-то вроде, говорит, вот почему у меня постоянно про меня говорите, туда-сюда, в общем, перестала я говорить. А тут, извиняюсь, ну по-другому, друзья, слов не подберешь. Вода в жопе не держится, вот когда вот это все, как уличный туалет или испорченный унитаз. Все ходят, 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 там где-то тряпку закинули, и вот это все, извиняюсь, говно выплывает, хоть чем закрывай, она будет идти, выплывать вот это. Так и у этой Айгули, Айгуль, Айгуль. Хотя у меня на канале есть другие Айгули, есть другие розочки. Всем привет, друзья. Вот этот, короче, у меня был 7 ноября, по-моему, в ноябре, ролик «Еду в ИНПФ». Просто посмотрите. Там я ехала, потому что говорила, что 20 декабря будет полгода, как мой брат умер. Я решила поехать на разведку в ИНПФ, спросить там, как у него этот, как можно забрать его эти пенсионные накопления. А почему я не должна забирать деньги брата? Брат государства, это еще раз говорю, видео говорила, брат государства ничего не должен. Он 40 лет проработал в одной организации. Ушел на пенсию, через год умер он. Он всю жизнь рассчитывал, что говорит, на пенсию выйду, возьму свои пенсионные, буду на пенсии жить и радоваться жизни. Не получилось. Я государству, друзья, ничего не должна. Я 20 с лишним лет отработала в органах погоны. Ушла замначальником детской колонии, я говорила, замполитом. Работала и в тюрьме, работала и в училище МВД, работала в РУВД. Должна была на пенсию уйти полковником. Вот. Ни квартиру я не получила от государства. Ни звания досрочного не получила. Хотя за весь срок службы положено одно внеочередное звание. Не получила. Я отдала свою молодость, отдала свою красоту, отдала свой ум, знания, все отдала, здоровье отдала государству. Поэтому я государству ничего не должна. Почему я должна братовать деньги, кому-то отдавать государству, хотя... Ну почему? Или, Айгуль, вам нужно, или тебе, не на вы. Или, Айгуль, тебе нужно деньги отдать. Вот пишет, сегодня на оптовке была килограмм гуся, не гуся, даже гуля,
На оптоаке было килограмм гуля 3600. Привет, наша Зинаша. Я по приколу, если что. Окей. Потом пишет. Привет, наша Зинаша. Это Роза Мунайтбас пишет. Привет, наша Зинаша. Спасибо большое. Видела, как они подросли про собак. Я пока ехала позавчера, я говорила не этой Розе, другой Розе. Видел, как они подросли, про щенят вдоль дороги. Супер. Но я не поеду ловить щенков. Боюсь. Надо сапоги. А у меня нет сапог. Только ботинки. Не могу я бегать по оврагам. Я только по городу ездить. А вы же ездите Жирн-Брежерово. На русский перевожу. Жирн-Брежерово это типа тьма таракания. А вы же Жирн-Брежерово ездите. Нет, не смогу приехать. Потеряюсь. А муж пошлет меня куда подальше и точно не вернусь. Я раз 10 прочитала эти комментарии. Вот она пишет. Я вам зеркально, наверное, будет тут. Вот. Это был ролик. Это был ролик после землетрясения. Там Жанара пишет. Бәрі жақсы болсын. Пусть Аллах даст вам защиту, здоровье. Люда Озеро там такие прислала эти смайлики. Роза Мунайтбас пишет. Люстра, до буквы читаю. Люстра тярется, как голова Зинаша. Шутка. Ну не больной человек, а? Люстра, ну, ошибки. Люстра трясется, как голова Зинаша. Шутка. Это про землетрясение пишет. Про Симону мою, про кошку пишет. На пушистые не варежки, а орешки. На пушистые варежки немедленно, в живом виде. Что ей Симона сделала? Тут вот Алтына прислала там, потому что музыка там девочку, это самое... Вот, с Ирана пишет один человек. И она написала. Можете посмотреть, там где этот самый... Я просто сфотографировала на этот телефон. На пушистой варежке немедленно, в живом виде. Опять она пишет. Привет, наша Зинаша, покатаешь нас? Пустота, простота, говорят, хуже воровства. А по вам не скажешь. Ваша простота притягивает. Адекватный комментарий. Там, где кошка лежит, помните, шорты короткие? Я, по-моему, когда хотела волос красить в ванной, в санузле, Симона лежит на там теплый пол же, она лежит на спине. Она пишет. Вот. Она пьяная! Про кошку. Лидочка пишет под этим роликом. Здравствуйте, Зинаша. Зинаш, похоже, Симона полы мыла, ухайдокалась прямо у швабры. Но я смеялась. Другая, вот я сейчас не вижу, буква М, пишет, пусть танцует. Ну, она лежит такая, там, потому что музыку включила фоновую, и Симона лежит, написали, пусть танцует. А Роза написала, она пьяная. Я видео в машине ехала, помните? Или вот это, или по фэн-шу я там пела, сидела. Вот, с Латвии пишет, Ивета, ну, там, смайлики пишет. Потом там еще кто-то, тоже танцевальные девушек написали. И пишет Роза, вот, зеленый значок. Голова, как у китайской статуэтки. Былк-былк, сылк-сылк. Это типа комплимент сделала? А, вот, Айгуль нашла комментарий, просто перефотографировал сюда. Это под роликом, можете зайти почитать. Или я удалила уже, или она сама удалилась. Ролик называется «Еду в ЕНПФ». Это, получается, 5 месяцев, как у меня брат умер. Читаю. «Зачем вы так о своей системе, в которой проработали столько лет и вышли на пенсию? Ай-яй, разве так можно? Пока вы там работали, вы были частью этой системы, а сейчас вам, видимо... До такой степени одиноко, что сидите и разговариваете сами, не зная с кем,
Но главное, лишь без мягкого знака, лишь бы поговорить. Понятно? Мне искренне вас жаль. Вам некому даже просто рассказать, как ваши дела. Просто посидеть, попить чай по-родственному. Особенно слушая, что вы говорите про свою родственницу. Прервусь. Помните, там ехала, ну, кто забыл, посмотрите. Ехала, я говорила, родственница, она подруга, она не родственница. Мы в ауле просто они жили, я на лето приезжала. Я ее дочку устраивала в изолятор работать. С ней разговаривали, она просто потом перезвонила. Она просто на работе была, скучно, говорит, я тебе звонила. Но я ехала, у нее мама уже прикована к постели, давно лежит. Я думала, видео говорила, попозже перезвоню, потому что я был старый телефон, там паузы не было. Или на новый телефон, там паузы не было. Поэтому я думала, чтобы не прерываться, и там я не умела еще монтировать. Я поэтому, там 5 минут разницы. Я там говорила, говорю, сейчас видео сниму, потом ей перезвоню. Вот она про нее пишет. Так. Особенно слушая, что вы говорите про свою родственницу. Наверное, что-то случилось с ее матерью. Не позвонить нельзя, потому что она была на 40 дней брата. Ну, я, может, и говорила. Она приезжала на 40 дней. Мда, понятно, почему у вас никто... Понятно, почему у вас никого нет. Такой неприятный канал вы создали. Все время о деньгах. А зачем вам их столько, много? Неужели вам не хватает, чтобы просто жить и радоваться каждому дню? Вы бы лучше помогли другим. Благотворительность – это и есть благо. А не рассказывать всему народу, какой вы хотите купальник на старости лет. Стыдно за вас, ей-богу. Это Айгуль Айгуль пишет. Друзья, я комментировать не буду. Человек просто больной на всю голову. И купальник прилила сюда на старости лет. Дай бог, чтобы каждый выглядел 59 лет, как я. И заплыв делал. Я рассказывала, в Красное море в Египет летала. Я в море уплыла. Почему я должна так же, как, допустим, какая это Айгуль Айгуль, у нее наверное, даже купальника нету. Да, я купила себе спортивный купальник синий. Я купаюсь нифигово. На старости лет. 59 лет, 60 лет, твоя жизнь только начинается. Айгуль, не тебе судить про эту систему. Я кадровый офицер, я знаю, что такое дело чести. Никакие секреты не выдаю. Таких, как ты. Заявления таких принимали, у которых обострения бывают весной, осенью, на стенку лезут, чужие замочные скважины смотрят. Ко мне на канал зашла, на кой? Сидишь, подсматриваешь, подслушаешь, потом сидит иногда, когда как с унитаза вот это все дерьмо лезет, и раз напишет такое, и сидит. Не с кем поговорить. Глупая ты женщина, глупая. Глупая, недалекая. Тебе до меня расти. У меня 2 высших образования, Академия МВД, институт. Училище закончила. Подполковник запаса. Ты мне даже подметки не годишься. Грамматика. Ошибка на ошибке. У меня высшее педагогическое образование. Красный диплом. Академия тоже с отличием МВД. Не с кем работать, не с кем поговорить. Благотворительность. О чем ты говоришь? Я что, олигарх какой-то? Тебе деньги нужны? Приди, я тебе подам, садака. Друзья, извините. Просто до такой степени тупизм. Вот, Роза Мунайтбас опять астрофировала, там, где гуси домой шлепают. Просто написано. 3600 за килограмм. Я написала, вас заклинило. Не хочу дальше комментировать, друзья. Просто решила со своими друзьями, с другами поделиться. Мне глубоко плевать, какие там цветы, как пел Высоцкий, да? Просто, друзья, я у других блогеров на каналах видела, там комментарии, там тоже, тоже есть такие. Но у меня канал, те годами ведут.
У меня канал вот 8 февраля будет 11 месяцев моему каналу. Вот даже комментировать этих двух особ не хочу. Я 2 дня подожду. По-моему, Айгуля заблокировала вчера, не помню, с психу. Но Розу даже заблокировала, туда ее и место. Но Розу пока я блокировать не буду, я 2 дня подожду. Что она напишет, если напишет? Я Роза подожду. Симона. Роза, вот с этой кошки хотела, да, варежки шить? Что она тебе сделала? Не моргай ей, Симона, не моргай. Вот что тебе эта кошка сделала? Гусей хочешь покушать? Иди на оптовке купи. У меня эти гуси вот в этот год уже 4-й год пошел. Это просто мои питомцы. Вот эта девочка. Я ее купила, она даже вот меньше, чем ее голова. Поперек ладошки лежала. То сапог у тебя нету, то у тебя варежек нету. У тебя и такой кошки нету. Ты даже Симонной вот лапки, ногтя даже не стоишь. Да, Симона? Друзья, уважаемые, я просто прошу прощения у вас за то, что сегодняшние 2 ролика в таком формате. Конечно, больше я на них... На этих 2 отвлекаться не буду. Может быть, не знаю, какая-нибудь с языка сорвется опять, вспомнится. Но есть на канале, конечно. Бывают, проскакивают залетные люди. То начинают там про глисты говорить. То, что у меня аллергия, там что-то. Что вот когда состояние нестояния, что какие-то психические, типа психические заболевания. Что у меня не психические заболевания, а что... У меня депрессия, что это до какую-то болезнь может довести. Друзья, у меня даже когда брат умер 1.5 года назад, я в депрессию не опустилась до такого состояния. Горе у всех бывает. Я не знаю. Люди, у кого-то, у людей должно быть что-то святое. Это у животных может быть инстинкты. Пожрать, посрать, поссать там и поспать. Извиняюсь за грубость. Но у человека должны быть какие-то ценности. О смерти... Не шутить. Допустим, про то, что там мне не с кем поговорить, там то, что какая-то я-то не такая, что зачем тебе деньги, за благотворительность. Но это просто мне этих людей жалко. Это просто убогие люди. Айгуля, это просто убогая, ущербная женщина. У этой Розы Мунайтбас на канал зашла, у нее 4 подписчика, ни видео, ничего нету. Вот я записала 4 подписчика. Но это, видимо, муж подписался, она там дочь подписалась, сын и сосед. Все. У этой Айгуля, даже не смотрела, даже мне неинтересно. Я не знаю, я вообще удивлялась, думаю, ну надо же мне какие эти подписчики все. Подпишут, там есть прикольный, сейчас просто не выписал, как, может, отдельный ролик сниму. Такие комментарии улетные, ржачные. Но эти я не знаю. Поэтому, друзья, вы мне извините, что я так сегодняшний день начала. Никакой депрессии у меня нету. Позавчера просто, мне кажется, у любого человека бывает, что... Ну, не то, что настроения нету, но просто не хочется ничего делать. Хочется просто полежать, балду погонять. Мне нужно было в город съездить. Потом на бассейн поплавать. Поэтому у меня никакой депрессии нету, друзья. Психических заболеваний у меня нету. Я нормальный человек, у которого руки растут с нужного места. Не каждый мужик работу ту сделает, которую я делаю. Я говорила, для новых подписчиков чуть потеплее станет, я пройду вам покажу. Что я и сарай сама поставила, построила сарай. И туалет построила, и веранду построила, и беседку построила, и баню наполовину построила, и лавочки, и стол. Я все умею делать. И шить я умею, и готовить умею, и строить умею, и любить умею. Но и ненавидеть умею.
Проклинать я розу эту Сайгуль, проклинать я не буду проклинать. Бог не Тимошка, видит немножко. А для Айгуль скажу, куда ей себн тапсен. Теперь смотан берем, аумень. Все, друзья мои, всем пока. Ваша Зи наш.